Добрый день, меня зовут Михайлова Дарья, я визажист клуба «Красоты Марсель», и сегодня мы с вами поговорим о том, как сделать макияж за 5 минут в домашних условиях. Мою модель зовут Лиза. Лиза, следуя советам моей коллеги Айгуль Дылдиной, подготовила уже заранее кожу, поэтому мы сегодня сразу начнем с нанесения тональной основы, и дальше поэтапно я расскажу, как быстро, просто и легко сделать макияж за 5 минут. Тональную основу лучше всего наносить кисточкой, потому что это экономит ваше время, это очень комфортно для кожи, и в данном случае у нас не будут испачканы руки. Что мы делаем? Берем и просто наносим тональную основу. Все просто. Главное, чтобы сама тональная основа была очень комфортной и легкой для кожи, чтобы она не смотрелась на коже в виде маски, чтобы было все очень натурально и естественно. Прорабатываем полностью все зоны. Можно легко стушевывать на шею, чтобы не было здесь границы и эффекта маски. Все очень просто, несложно. Кисточка в данном случае нам дает очень ровный тон, очень естественный вид на коже. Прорабатываем полностью все зоны, уголочки глаз, века. Чтобы точно так же сохранить эффект натуральности и естественности, бровки в данном случае мы не будем трогать ни тенями, ни карандашами. Мы используем гель для бровей. Точно так же все очень просто по природным линиям вашей брови. В данном случае моей модели Лизы мы прочесываем бровь. Наш макияж выглядит практически завершенным. Казалось бы, да, так мало действий, а уже смотрится очень естественно и гармонично. Для того, чтобы придать личику, скажем так, такого сияния, более добавим весеннего настроения, я использую хайлайтер. И мы его, Лиза, закрой глазки, пожалуйста. Мы его делаем под бровку, для того, чтобы придать свежести личику. Делаем немного на верхнюю часть скулы на щечку. Далее мы переходим к оформлению овала лица, контурингу. Для этого я смешаю два оттенка. И, Лиз, давай покажем. Очень легко, не оставляя пятен. По линиям скулы мы оформляем с Лизой личико. Давай прямо, нет, прямо. Визуально личико становится более оформлено. И далее я покажу, как придать личику свежести и такого весенне-летнего настроения. Сейчас приветствуется очень красиво, когда девушка выглядит натурально, как будто бы на ней просто ноль косметики.
Далее мы переходим к макияжу глаз. Казалось бы, это самый сложный этап в макияже. На самом деле я сейчас развею эти мифы и покажу, что это сделать очень просто. В данном случае для Лизы мы выбираем теплые оттенки. Без какой-либо техники, мы делаем это натурально, никакой техники мы здесь не применяем. Мы просто проходимся по подвижному веку теплым оттенком теней, потому что у нас макияж в целом весь в теплых оттенках. Стушевываем все границы, чтобы это смотрелось естественно, повторюсь. Чуть-чуть прорабатываем линию складочки, чтобы глазик оказался визуально более открытым и оформленным. Кисть в данном случае мы держим по линии тушевки. Далее дублируем второе веко, проходимся полностью по подвижному веку теплым оттенком теней. В данном случае я смешала два оттенка. И складочку делаем более темный оттенок, который у нас уже присутствовал в макияже. И просто все это стушевываем. Напоминаю, по линии тушевки мы держим кисть. Далее мы оформляем реснички. Чуть пониже, Лиза. Глазик мы уже прокрасили, нижние реснички по желанию. Прокрашиваем полностью ресничный край. В данном случае мы реснички нижние тоже прокрасим. Визуально это еще более откроет нам глазик. Далее мы переходим к макияжу губ. Для того, чтобы губы казались чуть-чуть объемнее, поделюсь таким маленьким секретиком. Мы берем хайлайтер, можно смешать два оттенка в данном случае. И прорабатываем чуть-чуть вверх губы, уголочек. Мне хочется использовать здесь прозрачную текстуру сияющую, потому что у нас в целом макияж получился очень таким весенне-летним, очень сияющим. И поэтому мы с вами губки просто прорабатываем полупрозрачным блеском, таким красивым, благородным сиянием. Вот такой вот весенний легкий макияж у нас с вами получился за 5 минут. И давайте подытожим, какие же акценты мы расставили и каким образом. Моя модель Лиза имеет голубо-серый цвет глаз. В данном случае мы использовали такие теплые песочные кофейные оттенки для того, чтобы еще более подчеркнуть красивый цвет глаз. Мы сделали губки объемными с помощью хайлайтера, который добавили на уголочки губ. И мы с вами придали в целом сияние личику и добавили на яблочки красивый оттенок румян. Ты такая одна, люби себя.